Рекордная стоимость биткоина в Зимбабве. Почти 14 тысяч долларов просят сейчас за биткоин в этой стране. Это почти в два раза больше его цены, установленной на мировом рынке. По словам экспертов, резкий взлет курса случился из-за нестабильности в стране, сложностей с проведением международных платежей с помощью фиатных денег и возросшего спроса на криптовалюту. Биткоин вырос в Зимбабве в первую очередь из-за того, что он в основном используется в качестве транзакций не на местном рынке, а для совершения денежных переводов. Многие зимбабвийцы работают за границей и отправляют деньги домой именно в этой валюте, говорит профессор политической экономики Преторийского университета Лоренцо Фиарамонти.